На месте разлива соляной кислоты проверят воздух и землю. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы атмосферы и почвы на месте железнодорожной аварии. Напомню, 27 сентября на перегоне Багаевка-Буркино сошел с рельсов грузовой состав из 20 вагонов. В одной цистерне перевозилась соляная кислота. Во время работ по расчистке железнодорожного полотна мог произойти разлив химиката. По результатам визуального осмотра сотрудниками Росприроднадзора утечки не установлено. По предварительным данным, угрозы причинения вреда окружающей среде нет. Но точные выводы будут сделаны только после проведения ряда экспертиз.